ВВИП открывает свои двери российским туристам в Валенсию. Мы предлагаем вам соединить историю города с его современностью и инновационными технологиями. Несомненно, вы являетесь почетными гостями, так как русский турист – это любитель приключений и новых маршрутов. И именно поэтому мы хотим открыть для вас Валенсию – историческую, дикую, панорамную и, конечно, романтическую. Для этого мы разработали ряд программ, таких как пляжный отдых, спортивный отдых, экскурсионные туры, учебные туры и для любителей роскошного отдыха – эксклюзивный отдых. Приезжайте к нам, и вы увидите все это собственными глазами. Узнай с нами дикую природу Валенсии. Валенсия – это превосходное место для отдыха, которое превратилось в тематический город с прекрасной флорой и фауной. Мы предлагаем вам узнать и посетить «Океанографик» – самый большой аквариум в Европе, в котором можно увидеть самые важные морские экосистемы нашей планеты. Уникальная возможность прогуляться по дну гигантского аквариума и понаблюдать за жизнью морского дна, увидеть гигантских тунцов, пингвинов и дельфинов, а также птиц, которые обитают в лагуне Альбуферы. Сделать неповторимые снимки, которым позавидуют бывалые путешественники. Кроме того, для маленьких посетителей проводятся различные спектакли и шоу в дельфинарии с объемом 24 миллиона литров воды. История о дикой Валенсии на этом не заканчивается. Есть еще маленький кусочек Африки в Валенсии. Это биопарк, где можно обнаружить и посмотреть среду обитания диких животных. Антилоп, носорогов, львов, гиен, горилл, буйволов, термитов и других. Животных, которые живут в недрах земли и в экваториальных лесах. И это все лишь немногое часть достопримечательностей этого туристического природного пространства.